Погнал снимать первый видос, не знаю, в каком формате, в каком режиме, ничего не настроено. Первый мой видос на камеру, он засветилась уже Бурдж-Халифа. What? Video not allowed. Okay, video. Okay. Ну ты нормальный? Обязательно это делать в туалет? Что, в машине нельзя побриться или что? Мужик, а что ты делаешь? Он кофту сушит. Он просто кофту сушит. This is Dubai. Катюха, как дела? Чего? Take it easy, man. This man crazy. John? John, how are you? Shut up, leave me alone. Hello. Что ты бджендишь? John? Yeah, welcome into the changing room. Oh, you want to look somewhere else as I'm getting naked? Look somewhere else. Ничего не понял, ну ладно. Мистер Пул. Мистер Пул – это человек-бассейнщик. Что у нас есть похавать? Хавать у нас нет ничего. Take it easy, man. Джон. Shut up. Warming up, warming up. Окей, Джон Сина warming up. Nice to meet you. Иди, давай, красс. Time for your makeup. Да, сэр. Пенис. Супермаркет. Очки Ray-Ban по $400. Шоколад по $400. А вот и гость программы. Это гвоздь нашей программы сегодняшней. Мистер Пул. Я надеюсь, ты не будешь снимать эти писем. Буду. В следующий раз. А вот и место, где мы выступаем. Сразу Starbucks. Можно кофейка лупануть. Ну, не только. Красиво здесь так, да? Небольшой вармапчик у нас перед шоу. О, зима. Yes, yes. One more push. The head is out. Push, push. Нас разделяет с магазином такая вот почти прозрачная лента. Возможно, вы сейчас видите двух продавцов. Байчик стоит, отдыхает. Вчера у него был выходной, day off. Окей. Так мы расслабляемся, отдыхаем. Вот здесь у нас релакс-зона. Сейчас узнаем, как дела у Джона. Джон, how are you? Are you recording with that shit? Yeah. No comments? Yeah, I have comments. Just put the camera up yours. Oh, it's nice, man, but not all the time. Good luck. Backstage. Едем кушать. Мои кореша сидят. Сейчас к ним подкачу. Мак, KFC. Я, наверное, закажу сегодня пиццу. Что ты пьешь? Нет. За вам шо? Я не люблю.
Иди собачить. Чего? How are you, my friend? Good, man. Take it easy, man. Yeah. What does you mean? I meant take it easy, man. Yeah. Come on. Это цирк. Again. Это цирк. This is Starbucks. Это кафе. Чип кафешка. Чип кафе. Четыре поживерных. And пачук, no, пизд. Вот наш отель Альшарк Хотелс. Идем тусить по району, здесь воняет. Пацаны стригутся. Идем. На улице жарина такая, я в шоке просто. Градусов, наверное, 58. А у ДТТ, я думаю, не очень по приколу стоять здесь на солнце. На улице стоят такие ништяки. О, ход. Вода очень горячая, но ее можно пить. У меня такое впечатление, что у меня сейчас камера взорвется от этой температуры, которая сейчас в Дубае. Градусов 58. Поэтому я прекращаю съемку на улице. My friend. It's a nice one. I do enjoy your performance. You're very good in driving. I wish I could drive like you. Okay, thank you, man. Welcome. See you. Что у нас тут есть? Груши по 70 гривен килограмм. Яблочки. Яблочки практически по 150 гривен. Ладно, 130. Яйца недорогие. 150 гривен. 15 яиц. Ну ничего, нормально. Дорогой мой друг, если ты в Дубае, брать по-любому надо вот такие ништяки. Hello, Kitty. Резина, ребята, летняя, зимняя. Оу. Stay, don't move. Come, man. Come. How are you? Oh, normal. How are you, man? I'm good. I'm good. Alhamdulillah. Everything's fine here. It's Arabic? Arabic language? No, it's not. Yeah, it's Arabic, but I can speak. Хузвак так. Халивали. Халивали? Это что такое? Take what you want. You thinking? Man. Girlish. Security захотел печеньку. Хочет печеньку, хочет сладенького. Все хотят сладенького. Даже такой суровый парень, как он, хочет сладенького по-любому. Oreo is bad? No comments. Все, короче, мы жесткий шопинг устроили. Security. How are you?
Жесть. Бедные коты выживают в такую погоду. Плюс 50, плюс 60. Котик не знает, что ему делать. Еле дышит. Надо ему что-то порешать. Сейчас что-то придумаем. Фак, где котик? Блин, упетлял наш котик. Ну ничего, вечером еще подойду. Сюда его вроде подкармливают, но он худой капец. Один индус сказал, что видел, как он упетлял в неизвестном направлении. Ну ничего, вечером мы, я думаю, встретимся с ним еще. Ну что, ребят, вчера вечером мне не удалось найти котика, которого я хотел покормить молочком утром, но сейчас, я надеюсь, он будет на месте. Сейчас проверим. Ну, котик. К сожалению, нашего котика и сегодня нет на месте. Может, найдем другого котика. Походу, я нашел нашего котика. Он отдыхает возле мусорки. О, у нас тут еще есть маленький котик. Масенький. А тут наш отдыхает котик. И еще один. Ну, сейчас мы их будем кормить. Маленький. Воу. Ого, ничего себе. Ты че? Охереть. Оказывается, он злой кот. Ты злой котик. Малому ничего не оставил. Там где-то лазит. Вот он, наш маленький котик. Сейчас он будет пить молочко. У него все будет четенько. Давай, пей. Давай, не бойся. Пацан, будешь пить молоко? Или тебе особое приглашение надо? Ой. Ж молочко, пацан. Боится. Ладно, я пошел, он будет пить. Special magic for a special person. Чук кока. A deck of cards. Окей? No. Katia, please. Can you tell me one poker card, please? Which one? Any card. Seven of hearts. Okay, I will try. I only will try. Look. Tell me a number between 1 and 10. Sorry? Seven. So put your hand like this. I will count for you. Russian. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять is 5. 6, I don't remember. 6 is? 6. 6! Which is your card? 7 of hearts. Coca-Pads! 7 of hearts! Yeah. For my brother, Coca-Pads! Last day. Are you ready? Yeah, you ready? 4 божевельных. Черныш с победой. Yeah. This is Papa Mama Fresh. Papa Mama Fresh. It's the full package. Чуть-чуть жест. That's it. Жест. Was it жест? Жиза. Oh, жиза, man. Жиза. Жиза. Shut up and leave me alone. You feel me? Yes. Yes. Alright. That's Jesus. Ну что же, ребята, сегодня последний день в Дубае. Можно подвести итоги. Мне очень понравилось здесь. Не знаю почему. Сейчас температура на улице около 59-63 градусов Цельсия. Но норм. Выступили 72 шоу. По 3 шоу в день, 6 раз в неделю. Are you recording? Yes. So, 4 божевельных.
So you see here, and that you see, I have my fucking dinette. Finally, yeah. I'm ready now. Don't mess with me. I know who did it, and now it's my fucking dinette time. Yes. Don't mess with the net. I know what you did. Yes, yes, yes. Thank you very nice. Alright, alright. Oh man. Enjoy your dinette. Alright, thank you very nice. Thank you very nice. Сегодня Козима, мой подчиненный, водит меня. Приключения не заканчиваются на этом. Сказали распаковать мои колеса и сдуть их полностью. Я забыл это сделать. Сегодня устал, будем отдохнуть. Завтра будем тусить.